Все вы, наверное, слышали про ситуацию, которая произошла в Москве, где две русские женщины напали на мусульманку в хиджабе, которая была с ребенком. Увидев этот ролик, на самом деле мне стало настолько противно от подобных людей. Неужели у этих людей не осталось ничего человеческого? Неужели они настолько бессердечны, что не обратили внимания на то, что рядом стоит ребенок и плачет, видя, как пинает ее мать? Не теряйте свое людское, будьте людьми. И знайте одно, то, что как вы сегодня поступите с человеком, Всевышний сделает так, что завтра с вами подобным образом поступит. Не забывайте об этом.